сегодня. Со стороны, пожалуй, это похоже на сумасшедший дом. Один теплый конверт, второй теплый конверт, третий теплый конверт. Это три. Мы рожаем в мае месяце. Из себя нужно достать самку. Угу. Нужно достать из себя зверя, я понимаешь? Я уже достаю. Когда половину перерезают, это не больно? Засасывается обратно, что ли? «Беременные два» сегодня в 23:00 на «Домашнем». Хорошие девочки в ожидании.